Уважаемые шадринцы, добрый день! Уважаемые гости! Константин Каленкин, третья дорожка Никита Богданов, четвертая дорожка Дмитрий Бородин. Каленкинский спортсмен пока на второй позиции Константин Каленкин, но вот выход из поворота. И вновь вираж, пока Богданов третий. Очень опасно, не грозит. Евгения Сайдынина, все три спортсмена, три лидера этого заезда идут буквально колесо в колесо. Пока Сайдынин не выиграет, Каленкин на второй позиции, Богданов третий. Но этим временем вираж перед финишем. Посмотрим, дорогие друзья. Сайдынин первый. Каленкин сохраняет! Она сохраняет! Но ничего не думал. Забегать вперед, закончил еще на главную судьбу наших сегодняшних семинарий. Половинцы-то, кто его знает, сейчас посмотрим. Вообще ходила в классно, вчера начала эту гонку, но только отрасать еще опасения. Она просто подрубила все результаты. И как в другом старт второго заезда, Евгений Шарок возглавляет эту гонку. На второй позиции мастер спорта международного класса, который не признал за себя открытым, Влад Ярославов. Ну и Владимир Фадеев, таллиотинский спортсмен, пока четвертый в этом заезде. Ну что, не знаю, видите, Евгений Шарок читается. Не так, не так и гонка прошла. Но вот сегодня мы видим, на второй позиции Крузов на второй позиции, выиграл третий. Во-первых, на последнем повороте, на выходе из гаража, на финишную прямую, все же забирает третью позицию, молодая гонщика Елисеева. Итак, все готово для начала третьего заезда. Турецкого закладывает лидерство в этом заезде на второй позиции. 14 номер шадринский спортсмен. Никита Полотнев. Шадринский спортсмен 4. Ну а мы смотрим за развитием событий. На второй позиции не удается ему приблизиться. Иван Тужин, даже не на месте. Завершает последний круг, вираж перед финишем. И спокойный финиш этого заезда. Иван Тужин по первой дорожке Даниил Иванов, вторая дорожка Савелий Ильяров, третья дорожка Артем Министров, четвертая дорожка Иван Чичко. Ну, по результатам, дорогие друзья, вчерашнего дня, кто был на стадионе «Торпеда», это безоговорочный лидер. Ну, это может быть, номер 7, спортсмен, представляющий город Тольятти. Пока третий в этом заезде Иван Чичко. Пока на второй позиции Савелий Ильяров. Перед финишем более выгодную позицию захватывает Ильянов и не пропускает Ивана Чичкова. Ильянов запускает свою копилочку. 3 очка, Савелий Ильянов 2, Иван Чичков по 3 очка. Видим результаты в этом заезде. Стартовый номер 11, Артем Бурмистров. Время этого заезда 50 минут.
Четвертого номер 14, кандидат мастера спорта Дмитрий Соловьев, город Шадринск. Итак, смотрим на старте, что все подходит, что там старт, правая заезда. Все внимание на любой трех. Подходит вперед. Евгений Сайдулин на второй позиции, третий Иван Чичков, пока четвертый. Владимир Павлов. Позиции Сайдулина. Вираж более выгодный вообще для Чичкова. Траектория по линии на уровне виража Чичкова. Это второй раз принимается в подобный заезд. Евгений Сайдулин третий, четвертый, дорогие друзья, Владимир Фадеев. И Евгений еще в нижней дистанции. Спортсмены уходят. Приближается Чичков к Соленникову. Стартовый номер 2 Иван Кужин, Каменск-Уральский, третья дорожка был наследник Константин Коленкин, Каменск-Уральский, и четвертый номер 2 наследник Иван Кужин, Ярославль. Был там старт 6-я поездка. Спортсмены практически колесо в колесо выходили из первого поворота, выигрывая старт Иван Кужин. Позицию, как мы видим, напрямую Константин Коленкин пытался атаковать позицию. Справляется, дорогие друзья, на повороте. Событий на рядовом треке. Итак, вираж перед финишем. Атаковал, пытался, по крайней мере, атаковать позицию стартового номера 2 Ивана Кужина. Таким образом, Иван Кужин 3 очка, Константин Коленкин 2 и Эдуард Крысов, мастер спорта международного класса, 1 очко. Сход с дистанции у стартового номера 7 кандидата мастера спорта Савелия Ведянова, город Тольятти. Ну а теперь про мемориал, дорогие друзья, пока эвакуатор помогает Савелию увести. Кроме Дмитрия Хамицевича, он мастер не только в любом студии, но, видимо, у него врожденный талант коммуникатор. Посмотрите, дорогие друзья, записи. Ну а теперь у нас стартовал седьмой заезд. Это международного класса, спортсмен, представляющий город Тольятти. Уверенно возглавляет этот заезд, он подвижный, очень хороший, Никита Богданов на третьей позиции, кандидат мастера спорта из Уфы. Владимир Богданов просто так не знал, очень сильный спортсмен. Это быстрее поворота напрямую, поднажав, Богданов уже второй. Никита Толокнов, стартовый номер 13, на второй позиции. Пока Бурмистров, Артем Бурмистров, шадринский спортсмен, на третьей позиции. Бородин по-прежнему выигрывает. Не дает Толокнов, не надо остаться. Буквально не считает везде. Так вот, дорогие друзья, но есть еще трассы. Бородин, Дмитрий Бородин, Борис, господи, ты боже мой! Спасибо, ты боже мой!
50 вчера спорта Евгений Сайдулин Тольятти. И четвертая дорожка Жоржи наследник стартового номер один. Матвей Волков, город Шабринск. Выиграл старт, но была крыса, дорогие друзья, опередила его буквально на выходе из поворота. Сейчас возглавляет уже гонку, но уже сходил уже не согласен. И уже на такую позицию была. Увеличил расстояние, хотя это очень-очень незначительное, дорогие друзья, и вновь вираж. Пока сходил, но не в этом заезде. Ну а мы смотрим за гонкой лидеров, дорогие друзья. Крыса по-прежнему лидирует, Сайдулин на каждом повороте пытается атаковать позицию Крыса. Вот сейчас по внешней подходу. Друзья, Волков опережает Бурмистрова. Вираж перед финишем. Вот это развитие событий. Крыса выигрывает Сайдулин на второй позиции. Волков крутит. Таким образом, на 20-30 попускает свою копилочку Тринецка, Евгений Сайдулин Туа, а Константин Таленкин. Итак, три тольяттинца и Костя Таленкин, спортсмен, представляющий город Каменск-Уральский. Ну, там старт 10-го заезда. Посмотрим, это первый поворот. На второй позиции Никита Толокнов, третий Константин Таленкин и четвертый Владимир Фадеев. Ну что ж, Константин Таленкин пытался атаковать позицию Никиты Толокнова за второй ученик. Позицию Максима Николаевича Таленкина. Мираж, дорогие друзья, Иванов по-прежнему лидирует. Каленкин на второй позиции, Никита Толокнов третий. Ну что? Сохраняет Таленкин вторую позицию. Общие аплодисменты стадиона «Торпеда». Данил Иванов, Трешка, Константин Таленкин, два в старте. Маршал устраивает спортсменов, отходит назад. Никита Богданов на второй позиции. Савелий Недянов. Да что творит Недянов, дорогие друзья, конечно. Пытался атаковать под углом спортсменов. Богданов напрямую выжимает гашетку и заходит в поворот уже лидером этого заезда. Савельников на второй позиции. Недянов по попытке. Савельников по-прежнему второй. Савелий Ледянов атакует позицию Савельникова. Есть еще другие дистанции, дорогие друзья, все второй круг. Савельников на второй позиции, Ледянов третий. Вираж перед финишем. Ну все, мы видели сами, дорогие друзья, немножечко не хватило. Савелий Ледянов на протяжении буквально двух кругов. Молодец, спорт. Видите, что вчерашнему дню соревнований, дорогие друзья, довольно-таки сильный состав в этом заезде. Непримиримое соперничество стремляется вперед. Посмотрим. Дмитрий Шаре. Пока третий Иван Сичков и четвертый Дмитрий Бородин. Спортсмены заходят на грани жерла, дорогие друзья, на уровне второго поворота. Шаре. Третий Чичков и Бородин четвертый. И вновь все четыре спортсмена заходят в колесо. Колесо. Все могут измениться, буквально в секунду. Шахматный лидер в этом заезде кружит на второй позиции. И вновь вираж, и ситуация меняется. Евгений Шаре. Впереди, интересно, жив выйдешь. Поворот. Три спортсмена, колесо в колесо. Чичков впереди. Вот это борьба.
Иван Кужин. Ну, дорогие друзья, Дмитрий Бородин. У него, наверное, здесь не было 16. Не один из коров. Уфа. Итак, мы, дорогие друзья, при тарелке с спортсменом. Мы уже проверяем. Евгений Сайдулин возглавляет этот заезд. На второй позиции Никита Толокно. Все, дорогие друзья, Евгений Сайдулин. Никита Толокно. Шаров третий. Вираж перед финишем. Перестарался, дорогие друзья, можно так сказать, и финиш Шаров. Хотел по более, я так думаю, по более неразбитой траектории зайти, но финиш. Аплодируем Евгению Шарову за волю к победе, за его борьбу в шарнице. Но результат определяется таким образом. И Никита, я думаю, что спортсмен, подающий надежды, не только... Ну, пока про Волкова, дорогие друзья, говорил, что понаблюдаем за этим спортсменом. Неудачный старт. Даже непонятно, то ли колесо попало в выбоину, то ли что. Давайте дождемся решения главного судьи. Посмотрим видеоповтор. И буквально через несколько мгновений я оглашу результаты. Ну, конечно же, перезаезд этого заезда. Скоро ли на медовый трек? Да, дорогие друзья, трасса разбилась и началось. Вижу, что спортсмен поднимается, но помощь медиков, оценка состояния медиков, она необходима. Друзья, ну давайте приветствовать спортсмена. Я думаю, поддержка, она нам нужна. Она, во-первых, не нам, она... Дай бы Бог, чтобы все было в порядке. Велкам. Третья дорожка белый и внутренний. Четвертая дорожка желтый. Вот он, старт перезаезда. Матвей Волков, молодой спортсмен из города Шадринска. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, шадринцы, мы Матвей увидим сегодня юниорские соревнования, которые пройдут. Волков, я о чем и начал говорить еще в начале этого заезда. Волков показывает, но не какие результаты. Я своего возраста. Итак, еще раз попросим. Спортсмен пока третий. Но растянулись спортсмены, конечно же, мужество Ивана Кирьякова не занимать. На завершающий круг. Вираж перед финишем. Ну и, дорогие друзья, только хотел сказать, что за Богдановым. Прекрасно проводит Никита Борту. Вот он сам прекрасного заезда. Буквально колесо, колесо. Идет Кужин на второй позиции.
Третий пока Артем Бурмистра. И четвертый Владимир Фадеев. Ясно. Хотя Богданов, я говорю, классно проводит эту гонку, но все-таки нам нужен спортсмен. Быстро третий и Владимир Фадеев четвертый. Итак, финиш этого заезда. Маха на старте отходит назад. Рудом старт 16-го заезда. Выигрывает старт. Данил Иванов на второй позиции, но он по выгодной траектории. Но буквально вытеснил он соревнования из соревнований, дорогие друзья, на этом заезде. И посмотрите, Бородин заходит во второй поворот, оттесняет Крысова на третью позицию. И Бородин, шарыльский спортсмен. Это открыт от третьей. И Дмитрий Солянников. Ну, давайте сейчас будем играть предварительные результаты. Иванов 3, Бородин 2, и Солянников без результата. Давайте дождемся решения главного судьи. Шадринский спортсмен. Итак, выход из второго поворота. Виктор Машин один на второй позиции. Третий в этом заезде подмышка. Ну а Бородин атакует. Не удалось немножечко провести. Матвей Волков пока третий. Еще круг есть у спортсмена. Тольяттинский спортсмен, итак, вираж перед финишем. Савин Ильян. Дмитрий Бородин, Матвей Волков. Савин Ильян отвечает, что это финишный финиш. Дмитрий Бородин 2, Матвей Волков 1-6. На второй позиции Константин Коленкин, пока третий Евгений Шаров. Но все изменилось буквально на этом из второго поворота, пока соленый как впереди, Шаров уже второй. Четвертый в этом заезде Артем Бурмистров. И вновь вираж, дорогие друзья. По внутренней заходу Шаров. Шаров выбрал более, наверное, лучшую сейчас для нынешнего заезда траектории, у него вполне не броски. А Солянин... Итак,
дорогие друзья, этого заезда. Посмотрим. Четвертой позиции пока ничего не ясно. Чичков пока второй, но вот атака. Ну, посмотрите, дорогие друзья, все четыре спортсмена идут буквально по лицам, которые выиграет этот заезд. И вновь вираж. Богданов сопротивляется, вновь впереди. Так, Богданов немножко отрывается. Чичков приближается по внешнему. Последнего круга. Вираж перед финишем. Никита Богданов, Иван Чичков и Иван Крузов. Шадринскую публику Эдуард Крысов! Наследник стартового номер 2 Иван Гужин и четвертая дорожка желтый наследник стартового номер 3 Евгений Сайдонин. Ну и задавил сразу внутренний Кужин приближается. Посмотрим на выход из второго поворота. Сбавил скорость Кужин. И посмотрите, опережая Померанова. А где сам-то он? Нет. Говорят, что с гонщиком все в порядке. Дорогие друзья, Елисей Выдрин, спортсмен, представляющий город Уфа. Таким образом, по второй дорожке в синем наследнике Даниил Иванов, третья дорожка Иван Кузин и четвертая дорожка Евгений Сайдонин. Итак, был дан старт и завел стартовый. Даниил Иванов возглавляет этот заезд. Иван Кужин на второй позиции. Евгений Сайдонин пока трудно. Видимо, мотоцикл позволяет, уверенность позволяет, хорошо проходит дистанцию. На второй позиции у нас уже. Растянулись гонщики, и вновь по внешке заходит Ивана. Дорогие друзья, сейчас состоится официальный подсчет результатов четвертого этапа Кубка России по мотогонкам на льду, после чего определяться, будут ли первые заезды. Если же нет, то нас с вами... возглавляет эту гонку. Сейчас посмотрим выход из второго поворота. Пока Ульяна.
поворота второго круга. Выходит на вторую позицию и устремляется в погоню за лидером. Богданов четвертый. И вновь вираж. По-прежнему Богданов лидер. Бородин на второй позиции. Завершающий круг. Вираж перед финишем. Никита Богданов. Дмитрий Бородин. Третье место четвертого этапа финала Кубка России по мотогонкам на льду занял Иван Чичков, мастер спорта, город Уфа. Бронзовому призеру вручается диплом третьей степени и бронзовая медаль. Серебряным призером четвертого этапа финала личного Кубка России по мотогонкам на льду становится кандидат мастера спорта Никита Богданов, город Уфа. Серебряному призеру вручается диплом второй степени и серебряная медаль. Дорогие друзья, второй день подряд на ледовом треке стадиона «Торпедо» мы чествуем победителя финала Кубка России по мотогонкам на льду. Мастер спорта международного класса Даниил Иванов, город Тольятти. Победителю вручается диплом первой степени и золотая медаль. Ну что ж, друзья, ваши овации! Еще! Ну что, дорогие друзья, и, конечно же, памятная фотография с победителями и призерами, с официальными лицами. Награждение проводит по традиции глава города Шадринска Виктор Николаевич Ермишкин. Итак, третье место в мемориале занял Дмитрий Солянников, город Шадринск, кандидат мастера спорта. Бронзовому призеру вручается диплом третьей степени, памятный приз и почетный знак на настоящий погонщик. В мемориале памяти Владимира Александровича Белоногова занимает Дмитрий Бородин, город Шадринск. Призеру вручается диплом второй степени, памятный приз и почетный знак «Настоящий гонщик». И, наконец, дорогие друзья, победителем мемориала памяти Владимира Александровича Белоногова становится кандидат мастера спорта Никита Богданов, город Уфа. Победителю вручается диплом первой степени, памятный приз и почетный знак из драгоценного металла «Настоящий гонщик». Ну и, конечно же, памятный приз, дорогие друзья, вручается Савелию Ведянову. Также спортсмен не вышел и по техническим причинам, но приз найдет своего победителя. Конечно же, официальные лица, просьба для памятной фотографии к нашим спортсменам. Ну что ж, дорогие друзья, вот и закончился очередной спортивный праздник в городе Шадринске. Спортивный праздник, имя которому «Ледовый спидвей». Мы благодарим организаторов, мы благодарим спонсоров, мы благодарим наших...